Мы, как бы сказать, решили, давайте попробуем, ну, получится ли с Янкой Купалой сделать на произведении Чехова. Но идея была близка к тому, что к 150-летию Чехова мы хотели сделать вообще необычные спектакли и попросить в мире разных режиссеров, разных поколений найти какие-то нетрадиционные подходы вообще к традиционному Чехову. Потому что Чехов – это автор у нас великий, известный, один из самых популярных в мире. Завтра совершенно другой состав. Это очень важно. Наконец, образовали фонд. И вот этот фонд, на мой взгляд, стал делать реальные шаги, реальную конкретную поддержку. И в том числе поддержку, вот сегодня кризис вроде экономический, да, но мы с вами все равно вкладываем деньги в эту продукцию. Когда я знаю, что и в российском государстве, и в белорусском государстве, и театр режут, и искусство обрезают, но тем не менее все-таки вот есть фонд, который целевым образом все это дело поддерживает. И так он в какой-то степени определенный символ. Это действительно благословенный театр, я могу на сегодняшний день сказать. Это благословенный театр, который надо беречь, который ему здесь сколько, 2 месяца. И знаете, какая самая страшная вещь, что произошла на сегодняшний день? Я не знаю, какой будет результат. Один состав лучше или какой там, это не важно на сегодняшний день. Мы за этот период времени мы научились верить друг другу. Это самое главное, что произошло. Пожалуйста. Я считаю, что вот московский жених, вот это русский текст, да, и когда ему как, ну, надо вот смотреть спектакль, не хочу все карты открывать, конечно, больше текст белорусского, конечно. Формально взяли потери, сразу текст начали говорить. Нами, да? И вы просто знаете, что вы сейчас сядете и заговорите текст, да. А вот это зеркало, попытаться... Вы наоборот, не смотрите. А здесь дальше. Греческий карабахский язык, я понимаю, да? Это такое, это где... Да? Не колдуйте на это. Я вас только застал в начале, да, и финал правильный на турецкий, сейчас под... Спокойствие, да, немножечко. Все равно есть. А все остальное покушайте, Лену, ладно? Да. Что вы договорились? Давай.